Чемпионат Европы для нас – это очень важное соревнование. Задачи стоят максимальные, то есть мы хотим выиграть, занять первое место. После мировой серии, да, немного восстановились, были в расположении клубов, там тоже тренировались. Вот сейчас провели такие короткие сборы, шестидневные, ну, уже отрабатывали командные действия. Сейчас с хорошим настроением, вот завтра отправимся во Францию, где будем доказывать свое лидерство, ведь мы являемся действующими чемпионами. Ну, Франция, вот Ирландия показала себя неплохо, также в группе с нами Испания, наверное, в группе будет основной соперник. В принципе, у нас хорошая позиция, мы вышли на Кубок мира после мировой серии, где тоже заняли хорошее место. Поэтому нам достался не очень сильный соперник, и, в принципе, нам это выгодно. То есть мы первую игру, если выигрываем, то нам в дальнейшем уже будет легче. Команда немножко отдохнула дома, неделю нас распустили по своим клубам. Мы отдохнули друг от друга, так скажем, закончилась мировая серия, чемпионат Европы, и потом главный старт в нашем сезоне этого года, Кубок мира, к чему, я думаю, мы выйдем в самой оптимальной форме. А здесь главное настрой, настрой тренерский, настрой командный. Я думаю, что каждый будет прекрасно понимать, что каждый матч может стать последним. The lovely offload though is going to open the door for Mikel Tovar.